А вот наши тетерочки. Нашим тетерочкам сегодня 4 дня. Вот они так интересно засыпать начинают. Стоят, так как стоят, и начинают втыкать. Кто как. Вот они таким образом втыкают, могут спать по-всякому, по-разному, в разных сторонах. Ну все, где он спят, сейчас покажу. Буду их трогать. Вроде согнал ее с места, сейчас она постоит немножко и снова будет засыпать. Они мне чем-то наркоманов напоминают, героиновых, которые стоят и на месте засыпают. Мошек ловят, едят комбикорм. Поначалу комбикорм вообще почему-то не ели. Но потом стали, вот друг друга еще долбают за ноги. Одна тетерочка у нас пропала, к сожалению, сегодня с утра. Вчера вечером он стал задирать голову назад. И в результате пропал.
Все, лег. Бывает, ляжет спать прямо в кормушке, голова вниз. Такое ощущение, что помер. Раз-раз, нет, нормально. И причем их пушкой не разбудишь. Будешь-будешь, они у тебя прямо на руках как будто бы умирают. Все, положишь их. Потом раз-раз-раз, через какое-то время, видимо, выспится и бегать начинает. Все хорошо становится. Ну, видите, втыкать начал. Сейчас, если никто его за лапку не укусит, может даже упасть. Вот, все, чик, прилег. Кимарит. Вот ведь надо разбудить, потоптаться по нему, да? В общем, вот таким вот образом у нас живут маленькие тетерева. Посмотрим, что из них вырастет. Он даже глазки не хочет открывать. Уркнулся. В общем, вот так вот, вот там вот еще за лампочкой засыпает. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Adios.